Як з'ясувалося, Світлана вже багато років прикладається до Чаки. І вона справді бачилася з Оленою у вечір її зникнення. Мама везла тітю Світу на санки. Додому. В той день. А виявляється, односельці повідомили Олені, що нетвереза Світлана лежить без свідомості в іншому кінці села. І Олена кинулася рятувати неблагополучну сестру від наглої смерті. Говорили сусіди, бачила, як мама на санях везла свою сестру Світу додому. Вона була нетверезому стані. То невже під дією алкоголю Світлана справді вбила рідну сестру, а потім поклала її тіло у чужому дворі? Светочка, здравствуйте. Меня зовут Наталья, эксперт-криминалист программы «Следствие ведут экстрасенсы». У меня к вам несколько вопросов. Постойте на секундочку, Света. Света. Свет, послушайте, я задам вам несколько вопросов. Свет, почему вы себя так ведете? Постойте, послушайте меня, одну секунду. Тише. У нее истерика началась. Да, она в панику впадает. В панику. Свет, постойте. Послушайте меня на секунду. Не надо. Чего вы прячетесь? Скажите мне, пожалуйста, чего вы убегаете? Кто вы бьете за мной? Останьтесь, послушайте меня. Одна секунда. Света, посмотрите на меня. Одну секунду. Вы видели сестру в тот день? Нет. Не бачила я на ней. Ну, у нас же есть свидетельские показания. Сказали, что она везла вас на санках. Не буду ничего. Вы главный свидетель. Вы сестра родная. Останьтесь. Не буду я ничего сказать. Все. Свет, расскажите мне, что было в тот день. Ничего. Расскажите мне, что было в тот день. Сказать. Света, постойте, вы сестра ли или кто? Никто я уже. Как это никто уже? Кто вы будете меня взывать? Зубали. Свет, я вас очень прошу, скажите мне, пожалуйста, что случилось в тот день? Видели вы ее или нет? Не бачила я на ней. Света, прекратите истерику, посмотрите на меня. Света, я вам сказала, прекратите истерику. Стоп, посмотрите на меня. Света. Иди, я тебя забыла. Света, вернитесь. Светлана убежала, и это настораживало еще больше. Ведь на ее руках чувствовалась чья-то смерть. К тому же, за несколько часов до гибели Алены они точно были вместе. Могла она ее убить, но то, что она видела ее в последний день смерти, я это четко вижу. Она что-то знает, понимаете? Или причастна к ее смерти. Я вижу, что... Сейчас она будет нас палками здесь гонять. Я так чувствую, что она очень в бешенстве. Но на ней есть грех. Грех выпадает. Большой грех, очень большой грех. Какого черта приходили? Какой на вас грех, говорят? Вот это поведение, я не знаю, мне идет, что у нее груз есть, что она молчит. На руках Светланы была кровь. Причем кровь родного и близкого ей человека. И было видно, что родственники тоже что-то знают, но молчат. И только под нашим давлением они, наконец, начали сознаваться. Она как убила, у нее руки в крови, я просто в ужасе. Тоже незрозумілих обставин померла наша мама. В той день была сестра. Вот это? Да, она жила с другим человеком. И что-то там за столом у них виникла какая-то суперечка. Мене, не было, я не знаю, что там была за суперечка. Но факт той, что на другий день мама мертва. Там драка була, і мама померла від закритої черепно-мозгової травми. Голова? Да, голова побита. Руки в крові, у неї ж руки в крові, хтось бачив це? Тому що не йде, що вона щось робить таке. Ну да. Я бачила, що Света смивала кров на полу. І це бачили ще одні очі, очі дитини. І подивившись в той момент на Таню, я зрозуміла, що це була вона. Ця страшна історія сталася у 2002 році. Тані було 13. Вона прийшла навідати свою бабусю, Зою. Та дівчинку шокувало те, що вона побачила у будинку. Заходжу у веранду,
А там калюжа крови. И тетя Света сидит, мы эту калюжу крови. Скажите, вы обращались в правоохранительные органы по этому делу? Да. Кто убил вашу мать? Да, заяву писали и ходили до слідчого. Свету забрали в милицию. Там 2-3 дня они допитывали, а потом отпустили и все сказали, что... А как же они вот это отпустили? Отпустили. Там же, получается, убийство на лицо. Подождите. Получается, я чувствую грех. Ваша сестра ударила вашу мать, и в результате она умерла? Сестра. Она причастна к этому. Она причастна, за что у нее жизнь такая. Она пьет непробудно. И питается своей вот злостью. Да, вот насколько зла она. Стала после того, да, да. Это грех большой. Большой грех. Я поговорю со Светой. Света! Лакинка, скажите, пожалуйста, что произошло в тот день, когда умерла ваша мать? Просто ответьте мне. А что ж там произошло? Кто убил ее? Она, откуда ему это? Но вы же сидели все вместе. Ваша сестра говорит об этом. Вы сидели вместе, и ваша мать умерла от побоев. Кто бил ее? Откуда я знаю? Ну вы были с ней, Свет. Ну, тут было, ну, что? Вас забрала милиция. Через 2 дня выпустили, и что сказали? И что не сказал? Подвести бумаги, чтобы мое кольцо забрали, сережки забрали. Кисть там, конечно, была гроша. Я бы расписалась, что я до милиции, не могу, какие питайте. То есть дело закрыли, и больше милиция не приезжала? Честно говоря, я была шокирована, потому что, по сути, Светлана созналась в убийстве собственной матери, а также в том, что она откупилась от правоохранительных органов золотыми вещами и деньгами. Либо за соучастие в убийстве, потому что в тот день она была там не одна. И теперь правоохранительные органы хотят нас уверить в том, что Алена якобы легла и просто замерзла? Более чем странная история. Вот то, что мы сегодня здесь узнали, правоохранительные органы, я это передам. Все видеоматериалы, которые мы здесь сняли. Потому что дело нонсенс, когда убивают мать, и вы все молчите, друзья мои. Что вы? Нас терзали сомнения. Если Света причастна к убийству своей матери, может быть, она убила и свою сестру? Ведь они виделись в тот день, и я решила сделать расклад. Сейчас я посмотрю по картам. Что там у тебя выпало? Я вижу, что на самом деле вины ее нету. Света не убивала сестру, но расклад карт указывала на другое, на детей погибшей Алены. Я не могла понять, что это значит. Неужели убийцу надо искать среди них? Я хочу сейчас просмотреть, да, прочувствовать детей Алены. Можно рукавичку сними? Возьми ее за руку. Маша, возьми. Вот. Когда я девочек взяла за руки, я ощутила, как будто они кровные сестры, только наполовину. Лариса, я чувствую, что у детей разная энергетика. Они только с одной стороны родные. Отцы разные. У ее я чувствую здесь родную кровь. Мужчина. Сейчас, секундочку. Где ты чувствуешь это? Сильно похоже. Энергетика. Как вас зовут? Виктор Иванович. Это ваша дочка? Ну, нет. Чего? Посмотрите. Вы ее папа? Друг семьи. Какой друг семьи, если вот эта девочка его дочка? Посмотрите. Это правда, нет? Это ваша доченька? Да нет, конечно нет. Ведь она отказывает. А чего? Я не понимаю. Я как могу отказывать. Что она, моя дочь? Что это за новости такие? Какие новости? Это ваша дочка. Эта женщина родила вам ребенка. Виктор отрицал, что София его родная дочь. Вероятнее всего, он не признавал своего отцовства, потому что в толпе могла стоять его жена. Но я же видела, что они кровные с Софией и похожи друг на друга, как две капли воды. Ми рідні тільки по мамі. Я знала, що Вітя – батько Софійки, але я цього не показувала, Софійці не говорили про це. Шокували, дуже шокували, що так от все, прям от батька підвели до дитини. Це було просто феноменально. І вдруг мені пішли образи ще каких-то двох мужчин. І я поняла, що у Тані і Маші теж різні отці. Всі три дівчинки, рождені Альоною, от трех разных мужчин. В разных, понимаешь? У каждого течет разная кровь. У нее одна, у тебя своя. У вас другой отец, у вас другой. Девочки родные по матери, но отцы у них разные. Вот первый отец, мы его нашли. Второго я его здесь не чувствую. Да, это в соседнем селе находится Машин батько. А у вас другой папа должен быть. У Маши тоже інший батько, она его навіть не бачила. Разные отцы девочек – это была подсказка, что, возможно, убийца Алена – кто-то из этих троих мужчин, от которых она родила дочек.
Причем у одного из этих мужчин ощущалась энергетика законного мужа Алены. У нее действительно был муж, с которым она прожила всю жизнь. Этот человек – это отец старшей дочки. А как его зовут? Вася. Василий. Олена мала законного чоловіка – Василя. Вони прожили у шлюбі 20 років. Народили спільну донечку Таню. Спочатку жили вони непогано, а потім щось їхні стосунки якось змінилися. Були конфлікти в них постійно. Однак пара не розлучалася і продовжувала жити під одним дахом. Навіть незважаючи на те, що Олена почала шукати кохання на стороні. Дівчинки Маша і Софійка від різних чоловіків. І мені прийшла в голову мисль, що, можливо, муж не витримав змін Альони і вбив її. Ведь когда я начала настраиваться на этого Василия, я ощутила очень много агрессии. Но мне не нравится что-то. А где он находится? Где он живет? Ну, в чем Василий живет? Покажите нам, пожалуйста, дорогу, куда нам идти.